наступал, наверное, раз 30-40 правым лоу-киком, четко отбивал лоб. Противник это почувствовал уже в втором раунде, после каждого удара кривился, плакал, и на это сделали акцент. Конечно, отбить лоб не получилось, не получилось, потому что не хватило физу. Да, Дани? Впереди у нас финал, он будет еще тяжелее 100%, потому что парень там довольно хороший был. Пожелайте нам удачи! Онлайн-курс от новичка до воина Муай-Тай за 60 дней. Стань бойцом под моим личным руководством, постепенно продвигаясь от полного нуля до бойца Муай-Тай. Ссылка в описании под видео.